При напряжении воротниковой зоны вы можете использовать такие упражнения. Они называются пассивное растяжение. Рукой обхватываете голову и наклоняете ее. Под весом головы и руки мышцы шеи будут растягиваться. То же самое делаете в другую сторону. Далее заводите ручки за голову и растягиваетесь назад. Далее вперед. Назад. Вперед. Когда наклоняетесь вперед, некоторое время можно посидеть, вновь растягивая заднюю группу шейных мышц. Делайте эти упражнения, как только вы почувствуете дискомфорт и усталость в шейном отделе позвоночника.